Вы меня не бойтесь, детки. Я сегодня так добра. Никого из вас не трону. Веселиться к вам пришла. Сказочная атмосфера царила сегодня в доме ребенка. Детское учреждение находится при женской исправительной колонии. Ее сотрудники и мама малышей провели для детей новогодний утренник. Новый год – это самый, мне кажется, главный праздник, тем более для детей. Это сказка, волшебство. И мы стараемся сделать его максимально красивым, максимально празднично все это, чтобы выглядело достаточно эффектно. В доме ребенка сейчас воспитываются около 30 детей от рождения до 3 лет. Их мамы, которые отбывают наказание, всегда находятся рядом с ними. Малышей нарядили в костюмы зайчиков, белок, медведей и разыграли для них и гостей праздника спектакль. Мы стараемся сделать здесь позитивную, добрую атмосферу. Она другая, чем вот на свободе атмосфера, потому что все, каждая мама знает каждое, имя каждого ребенка. Все друг друга поддерживают, они находятся здесь круглосуточно. Вот, поэтому она другая атмосфера здесь, более позитивная, более приветливая. В гости к детям приехали руководство регионального управления ФСИН и представители общественного совета при Федеральной службе исполнения наказания. Здесь такая теплая атмосфера царила. Это буквально до слез. Такой сложный был поставлен спектакль, такая продуманная постановка, что вот я даже почувствовала, что со мной за весь год таких чудес не совершалось, как сегодня. Мамам после завершения праздника пожелали поскорее выйти на свободу и больше никогда не возвращаться в колонию. Детям подарили сладкие подарки и фрукты. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.